Итак, золотые мои, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео – определение потери напора по длине. Итак, значит, смысл заключается в том, что когда жидкость транспортируется по трубопроводу из пункта А в пункт Б, он имеет свойство замедляться. Каким образом? Очень просто. Представьте себе, вот как на рисунке Б, жидкость, которая, ну, мысленно поделенная на слои. Так вот. Меньше всего сопротивление будет, или как замедление, будет в центре, которое выделено черным кружком. И последующее замедление будет увеличиваться, вот как где находится красный кружок, и вот на всем его диапазоне. То есть коэффициент замедления будет увеличиваться. Ну и самый большой коэффициент замедления будет увеличиваться, где зеленый кружок. Происходит таким образом, то что слои воды цепляются за стенки труб. Ну и слои жидкости могут тоже друг об друга создавать замедление. Это если говоря своими словами. Вот, собственно, вы можете прочитать определение данной лабораторной работы, то есть данный природный эффект и так далее. Как-то можно высчитать по формуле, значит, HD равняется лямбда, умноженное на скобку L, деленное на D, умноженное на V в квадрате, деленное на скобку 2G. Как всегда, где лямбда коэффициента гидравлического трения, LD соответственно длина и внутренний диаметр трубы канала, V средняя скорость, ну и так далее. Более подробно вы можете прочитать. Дальше идет описание работе. И вот, собственно, опытные исследования, что я делал в, скажем так, на лабораторных работах. Вот соответствующая таблица, вот какие, скажем так, значения у меня получились, и вот цифры, которые я, получается, заполнил в таблицу. Также, что еще хотел сказать, вот как сейчас, да, я уже привожу внимание через рисунки, да, и таким образом я хочу сказать то, что следующий плейлист будет на тему черчений, там, инженерной графики, ну, в общем, основы, там, на компасе. И вот, собственно, чем я вот сейчас занимаюсь, это конструирую редуктор. Ну, более подробно я уже буду показывать и рассказывать о инженерной графике или, собственно, по данной дисциплине, детали машины. Пока что на это все. Всем спасибо и до новых встреч.